Ja kažu, što bi ja, kaj je som, gdje si bila, što bi s nimi si da, dugo do
Александрович Чолохов «Судьба человека». Попал я в плен под лазовенками в мае 42-го года при таком неловком случае. Немец тогда здорово наступал, и оказалось, что на наша 122-миллиметровая гаубичная батарея почти без снарядов. Нагрузили мою машину снарядами по самую завязку. Командир нашей автороты спрашивает: «Проскочишь, Соколов?» А тут спрашивать нечего было. «Там товарищи мои, может, погибают, а я тут чухаться буду? Какой разговор? Я должен проскочить и баста!» «Ну, — говорит, — дуй, жми на всю железку!» Я и подумал: в жизни там не ездил, как на этот раз. Пробежал километров 6, и до батареи остался какой-нибудь километр. Добраться до своих мне, браток, не пришлось. Видно, из дальнобойного тяжелой положил он мне возле машины. Долго я по земле, по животе возил, но кое-как встал. Прошел немного, и догоняет меня колонна наших пленных, гонят их человек 10 немецких автоматчиков. Ночевать загнали нас в церковь с разбитым куполом. Там мы всю ночь прослонялись в этой церкви, как овцы в темном катухе. Среди ночи слышу, кто-то трогает меня за руку и спрашивает: «Товарищ, ты не ранен?» «Тебе что надо, браток?» «Я военврач, может быть. Могу тебе чем-нибудь помочь?» Я пожаловался ему, что у меня левое плечо пухнет и скрипит, и ужасно как болит. Он говорит: «Снимай гимнастерку и нижнюю рубашку». Я снял все это с себя, и он начал руку в плече прошупывать своими тонкими пальцами, да так, что я света не взвидел. Скреплю зубами и говорю: «Ты, видно, ветеринар, а не людской доктор. Что же ты по больному месту давишь так? Бессердечный ты человек!» И он все щупает и злобно так отвечает: «Твое дело помалкивать. Держись, сейчас еще больнее будет». Да с тем, как дернет мою руку, аж красные искры у меня из глаз посыпались. Опомнился я и спрашиваю: «Ты что же делаешь, фашист несчастный? У меня рука в дребезги разбитая, а ты ее так рванул!» Слышу, он засмеялся потихоньку и спрашивает: «Думал, что ты ударишь меня справа, но ты, оказывается, смелый парень. Рука у тебя не разбита, а выбита была. Вот я ее на место и поставил. Ну, как теперь? Полегче тебе?» В самом деле, чувствую по себе, что боль куда-то уходит. Поблагодарил я его душевно, и он дальше пошел в темноте, потихоньку спрашивая: «Раненые есть?» Вот что значит настоящий доктор. Он и в плену, и в потемках свое великое дело делал. Роберт Рождественский на земле безжалостно маленькой жил-добыл человек маленький. У него была служба маленькая и маленький очень портфель. Получал он зарплату маленькую, и однажды прекрасным утром постучалась к нему в окошко
небольшая казалась война. Автомат ему выдали маленький, сапоги ему выдали маленькие, каску выдали маленькую и маленькую по размерам шинель. А когда он упал некрасиво, неправильно, в атакующем крике, вывернув рот, то на всей земле не хватило мрамора, чтобы вырубить